Здравствуйте, это прогноз погоды на АТВ. Меня зовут Роман Гаврилов, я актер Русского драматического театра имени Бестужева. Сейчас расскажу, что ждет нас за окном в понедельник, 13 мая. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам малооблачно, без осадков. Днем плюс 11, ночью плюс 1 градус. Ветер усилится, его максимальная скорость 13 метров в секунду. Облачная погода, дожди и похолодания. Такая картина будет в южных районах республики. Днем температура воздуха опустится до плюс 17, а зато ночью потепление до плюс 9. Ветер станет сильнее, его скорость 10 метров в секунду. В западной части Бурятии малооблачно с дождем. Днем плюс 13, ночью плюс 4. Порывы ветра до 7 метров в секунду. В Улан-Удэ малооблачно и небольшой дождь. Днем похолодание до плюс 15, ночью потепление до плюс 9. Ветер сильный, его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Будьте осторожны. На этом я с вами прощаюсь и жду вас в гости, ведь главное событие в театре – это встреча с вами. Меня зовут Роман Гаврилов. Еще увидимся. Снижен иммунитет, сахарный диабет, аллергии, системные заболевания, проблемы с кожей или с женским здоровьем. Может помочь плазмаферез. Процедура очищения поправит здоровье и приостановит старение. Процедура доступна в Улан-Удэ. Намина – единственная в Сибири и Дальнем Востоке лицензированная клиника плазмафереза. Ранжурова 1, запись по телефону 56 10 10. Очищение крови, сохранение молодости и здоровья. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Возрастное ограничение 12+.